Всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня мы проходим шестого шерифа, ребята. У нас здесь только есть одно снаряжение, тут вообще ничего нет, кроме парашюта. Поэтому начинаем проходить, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а я начинаю. Нажимаем, здесь сразу берем калашик, около домика берем калашик. Здесь у нас скорпион, здесь у нас пистолет еще есть. Есть еще один автомат. И успеваем залезть вот сюда, вот на это место как раз. Успеваем залезть. И все. Нас он сейчас должен долететь туда, привести нас к одному из небоскребов. Так что летим до небоскреба. Цели у нас всего лишь два. Там сразу заметен вертолет. Его, в принципе, можно было бы уничтожить. Но этого делать я не буду, потому что патрон мало, а нам еще проходить целую карту. Так что не надо. Ладно, ждем момента, пока мы взлетим обратно, потому что мы садимся на какое-то время. И сейчас обратно взлетим, уже полетим. То есть это такая как готовность к полету. Рекомендую сидеть именно на этом месте, потому что на том месте, ну, можно, в принципе, на том сесть. Давай на тот сяду. Но здесь, потому что враги сейчас будут, поэтому лучше сидеть, ну, на том, с которого вы попытаетесь их убить. Потому что это снайперы. И они будут попадать именно по пилоту. А если пилоту, ну, короче, убьет, то вертолет упадет. И придется перезапускать миссию. Это самое сложное. В этой миссии это вот, чтобы не убили пилота. Так что защищаем его. Защищаем. Так. Вот они палят. Мы пытаемся как-то их свалить. Вот, сейчас всех троих завалил я. Все, найс. Даже заборчик сломал их. Все. Здесь у нас есть сразу понятно, что патроны. Здесь можно, ну, сейчас я пересяду, чтобы высадиться нормально. Он сам не высаживается здесь. Ему не надо. Он нас будет ждать. Берем патроны, потому что они нам нужны. Так, и начинаем бежать. Мы бежим, бежим, бежим. Берем скорпион. Скорпион. Чёрт. Так. Так, у нас есть патроны. Мы ждем. Отмечаем цели. Раз. Два. Три. Ну, там по мелочи там всякие. В принципе, все, вот. Вот она, наша дверь, наша цель — это дверь. Открыть эту дверь. И мы сейчас будем над этим работать. Сразу берем. Раз, два, три. Мочим всех, кто здесь есть. Один у нас остается, но мы его тоже сейчас всех, в принципе, сейчас завалим. Все, кто тут есть. Попали по нему немного. Ну ладно. Ладно. Пулеметчик там, человечек здесь тоже есть. Пулеметчик. Все, берем калашик. Берем. Тут у нас есть автомат. Давайте лучше автомат возьмем. Потому что калашик — это что-то неинтересно. Валим этого парня. Здесь тоже стоит парень. Те начинают выходить. Убегаем от него. И опять подбегаем к нему. Убиваем его. И подбегаем к этому парню. Его тоже убиваем. Найс. Так, теперь подходим к этой штуке. Видим то, что там раз. Один. В принципе, можно сделать так. А, ну он не прострелился. Окей. Тогда делаем по-другому. Открываем дверь. Открыл дверь. Там кого-то взорвали уже. Их двое. Они как-то каким-то образом взорвались. Все. Убил их все. Так. Ай-яй-яй. Нам сюда не надо. А что мы будем делать теперь? Я сейчас делать так. Ай-яй-яй. Так,
Здесь у нас убитый этот. Мы берем аптечку, это все, что нам надо. Здесь патроны, увы, патронов нету. А, они должны быть. Одного сняли. Я буду это делать из калаша, вы это можете делать из любого другого оружия, которое найдете здесь. Рекомендую что-то с прицелом брать. Все? Нет, еще не все. Да почему я его снять не могу, лол? Ну я ж попал, ну блин. Ну это капец какой-то, это сложно, реально. Так, пистолет возьму. Вот, я про это говорил. Автомат. Взяли этот автомат. Прицелились. Так вот. Попал по нему. Еще, все, попал, все, найс. И мы можем подождать, в принципе. А можем и уже прыгать. Куда прыгать? Нашего пилота уже, походу, убили. Поэтому, ну вот, каска даже валяется. Можно здесь патроны взять. Может пригодятся для РП. Здесь не получается. Здесь только прыгать. Так, возьму это. Прыгаем. Открываем парашют. И делаем сейчас, как я покажу. Летим сюда. И летим вот так вот, снижаемся вот так вот. Можно, в принципе, вот так вот. Там видно сразу, у нас какой-то еще вертолет летит, которого мы должны, в принципе, были дождаться. Но я ждать не захотел. Поэтому он залетает вот так вот. Заметил. Открываем парашют. Еще раз. Мы уже, в принципе, внизу. Можно. Ну, мы... Вон там он начал садиться. Вертолет. А мы долетаем до точки. Я специально так сделал, чтобы можно было бы добежать до туда. Потому что идти нам туда. Добегаем до этой позиции. Ща. Ну там он. Ладно. Он уже, я думаю, нас не найдет. И вот тихо сейчас будем сливать парней. Один. Два. Здесь пришли парни уже. Здесь должна была быть наша машина. Он заметил. Как он заметил, непонятно. Слышны звуки этого, но в принципе мы можем всех перебить. Два. Все. Все, убил. Так. Так. Ой. Патроны у нас есть. Патроны есть, и все. В принципе, здесь никого другого нету. Может, здесь кто-то есть, но я не уверен. В принципе, мы всех убили. Поэтому, ребят, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был я, Александр Навасов. Мы прошли карту. Всем удачи, всем пока.